Впервые в жизни этот праздник приходит сюда, к нам, в Нижний Новгород. И его атмосферу можно будет прочувствовать, не уезжая куда-то за 3-9 земель, а просто выйдя из дома на улицу. В Нижнем Новгороде нет 40 тысяч болельщиков. Вот. И нормальной команды футбольной тоже нет. Ну, для чего нам этот стадион? Чемпионату превращается вот в такие потемкинские деревни. Содержание этого стадиона для города будет обходиться 5% его годового бюджета. Вот. Учитывая, что на социальную сферу, да, в Нижнем Новгороде тратится гораздо меньшая сумма. Стоило проводить чемпионат мира в нашем городе, построить такой стадион, потому что действительно таких сооружений в нашем городе никогда не было, и если бы не чемпионат мира, то никогда бы мы и не увидели такого стадиона. Нужно понять одну простую вещь, что не было бы чемпионата мира, все равно никто бы не увидел никаких дополнительных денег. Ни бабульки-пенсионеры, ни студенты, ни учителя, ни врачи. Вряд ли бы Нижний Новгород так увидел эти деньги. Thank you.